столице продолжают благоустраивать придомовые территории. Активными темпами идут работы на улице Исаака Харебова. Здесь выполнен большой фронт работ. Был убран старый бордюр, полностью демонтировано старое дорожное полотно. Рабочие уже установили новые бордюры и приступили к асфальтированию. Значит, манане нам целиниковынен по плану шерби удун, эхсас придомовой территории удун обу фаучестан. Нам он же базой джени Сталина, Сталина 96-98, ма Сталина стоян, я стоян по кашу, ма гаражный ряд, хай удун. Фужма сашку саги, аж так техника дарже, и остыдин саши техника. Ухоженный чистый двор – залог совместной работы. Жители многоквартирных домов всегда старались содержать двор в чистоте и порядке. Сейчас, благодаря столичным властям, двор преобразился, и жители будут стараться и дальше поддерживать чистоту и порядок. У меня асфальт скрытый, у меня зерда ворухся, естественно. У меня ворухся, у меня там школы хузанны, у меня соросты, у меня скрытый. Херим у нас вовсочи, у меня сафта, хуржина такая, у меня хуздарши. У меня сабузник, там со шерам бомбироват. Гайд термоны на сорости. Целинников все мосты шарен. Вадя шарен 39 лет. Мадя не хвет, ты не за мосфон шарен бунты дай. Мы бузнык на хищу одан, но бур хищу одан. Бузнык мы на куса годаман. Тен хорс кусен, часком джинай кусен, чройсен бача гана, дагах сабзестен, чма. Рухса та сузин, чохтамедар, пакусен бойдан. Чмаса сарестер истан, бузнык сен, аштер бузнык. После завершения работ на объекте рабочие бригады перейдут на улицу Сталина. Здесь заасфальтируют дворы перед тремя многоэтажками. Всего в конце этого года капитально будут отремонтированы 9 придомовых территорий. Агунда Губозова, Азамат Кудзев. Информационный выпуск сегодня.